успокоиться, смогут довести тут даже как бы не по городу, у нас территория обслуживания намного больше, чем город один. Сотрудниками центра выявлены лица, которые, в принципе, там находятся на западе, но которых они, люди, уже здесь готовы были ехать, скажем так, в Татарстан и так далее, на заработки небольшие. Лица выявлены, переданы компетентным органам, предотвратили несколько случаев как бы уходов въездов отсюда. То, что по иностранцам еще, то, что будет, приток ожидается, большой будет приток, даже вот как бы весной уже диаспоры высказывают намерение, сколько там привезут сюда работников, которые будут зарабатывать деньги для их сел там и деревень. Мероприятия проводятся, в настоящий момент обстановка контролируем. Работа проводится с лидерами диаспор, с представителями мечети, МУР, зарегистрированной организацией местной. Ну, в настоящий момент проявлений не зафиксировано, не выявлено. Маскируются хорошо. Спасибо, Александр Николаевич. В Москве, которая будет задержана, некоторые проживал время здесь. Вот именно работа правоохранительными органами в этом направлении организована. И ведется оперативная работа, как по линии ФСБ, по линии УВД. Да, ведется. Работа с общественными организациями проводится. Проводятся тренировки и обучение. Буквально неделю назад мы принимали участие в тренировке, проводимой начальником ФСБ края управления. Да, Христофоров Сергей Иванович принимал участие, мы да, проводилось закладки по городу имитаторов взрывчатки, проводились розыски обучающего персонала, в торговых центрах и везде, когда давали ориентировки, что такой-то вот по внешним признакам человек здесь должен проникнуть, простите, рак. Да, не всех нашли, но часть сработали. Да, сделали закладку у нас в аэропорту города Комсомольска на Амуре. Тоже эффективно отработали. Предусматривается резерв сил, которые сюда перебрасываются на случай угрожающей ситуации и по каким-то степеням угрозы террористических актов, да, с краевого центра, как о внутренних войск, так ФСБ, так и полиции предусматриваются. Воздушным транспортом рассматривают доставку сюда резерва, да, автомобильным, железнодорожным транспортом. Говорит, что работа правоохранительных органов не проводится, она проводится очень большая, просто нам ее тут не видно всегда. Да. Мы привыкли хаять милицию, но там работают. То, что вот у нас есть правоохранительные органы, ну, кроме них, по-серьезному, никто к этому вопросу сильно не подходит. Мы только профилактики, мы не можем, у нас нет никаких других прав. Да. И либо минимизация потерь. Вот Сергей Иванович уже заранее созданы вот эти спасательные группы, да, которыми будем минимизировать потери или ликвидировать потери. Да. Работа проводится, как муниципалитетом, так правоохранительные органы, ну, все это совместно.